На улице сегодня снег пошел, блин. Работать не хочется в такую погоду, конечно. Привет, братья и сестры. Если плохая погода, тогда нужно сделать что-нибудь полезное для своего велосипеда, так как это мой основной источник дохода, мой помощник. Заказал на Алиэкспрессе вот такую вот подножку для велосипеда, потому что моя сломалась. Взял максимальный вот этот размер, 26 дюймов. Получается, если 26 дюймов перевести в сантиметры, то это 66 сантиметров. Мне кажется, тут какой-то обман. Вот эта подножка, которая приехала ко мне. И тут явно не 66 сантиметров, а тут как раз вот 26, наверное, сантиметров. Ну, если вмерить расстояние вот до этого участка, до конца самой ножки. Короче, китайцы что-то нафантазировали непонятное. Пойду померю по факту, сколько у меня там сейчас стоит на велосипеде подножка размером. Ну, а стоит у меня, получается, почти 30 сантиметров до этого места. То есть у меня длиннее подножка стоит. Получается, вот настолько будет короче новая подножка. Где-то на 3 сантиметра короче. Также надо было обратить на расстояние между болтами крепления. Вот 5 сантиметров получается. Ну, в этом плане я не ошибся. По креплению, по длине подходит. Осталось открутить и поставить новую. Ну, откручивать буду, как всегда, вот этим ключом универсальным. Ну, естественно, одену еще перчатки. Ну и, конечно, одену куртку и кепку, потому что холодно на улице. Откручиваем два болта крепления. Болты откручиваются легко. Вот так вот вся ножка это выглядит. Она, получается, вот в этом месте износился пластик, стерся. И она не держит в открытом состоянии, она не держит уже. Ну, а у этой выработки нету, у новой. Она жестко фиксируется, когда выпрямляешь ее. Вот так вот площадка выглядит без подножки. То есть это к раме просто металлическая пластина приделана. Получается, вот это вот старый болт, видите, у него как головка широкая. Вот это новый, который пришел с подножкой. Вот этот новый, он плохой. У него маленькая площадь опоры, поэтому поставлю вот эти старые свои. Так что старые болты сразу не выкидывайте. Сначала посмотрите, какие у вас лучше, старые или новые. Казалось бы, да, такая мелочь, вот замена подножки, а столько всяких нюансов, да? И длина, и болты. Как-то со звоном складывается. Прям жесткая такая. Ну, плохо, конечно, держит. Она вон сваливается. Какой-то неправильный угол получился. Можешь попробовать ее выгнуть в эту сторону чуть-чуть. Короче, короткая оказалась эта подножка. Но если переднее колесо фиксировать при установке на подножку, чтобы она не катилась, тогда, в принципе, стоять будет. Но надо удлинить подножку на несколько сантиметров, сантиметров на 5. Возможно, что-нибудь потом в дальнейшем придумаю. Много я думал, что сделать. Нужна все-таки ножовка по металлу, отрезать от старой ножки кусок трубки и с помощью муфты пластиковой какой-нибудь соединить с новой. Но у меня ножовки по металлу нет, поэтому буду пользоваться пока такой короткой подножкой.